Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Центробанк назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников. В среднем телефонные мошенники похищают у граждан 10-15 тысяч рублей. Об этом российской газете сообщил замглавы департамента Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев. Он отметил, что фокус недобросовестных граждан сместился с пенсионеров на экономически активных россиян, возраст которых составляет от 28 до 55 лет. В этом возрасте, по словам эксперта, люди готовы тратить деньги, не сильно задумываясь о последствиях. Также они излишне доверяют технике. Сычев считает, что общий объем хищения в 2019 году будет выше данных за 2018 год. Метод выявления мошенничеств, по его словам, стал более точным. На этом у меня пока все. А больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!